Лу всех наверх, безбилетный пассажир. А первая история в серии, да, здесь целая серия книг. А мы пока купили первую. История про достаточно жесткого капитана корабля Бонифация всех наверх, которому его сестра подослала под опеку свою дочку маленькую Лу. Они поплыли, наткнулись на корабль призраков. Ну, достаточно приключенческая такая история. Но самое интересное, это, конечно, ругательство этого капитана. Рекомендую книжку мальчишкам, в первую очередь мальчишкам, где-то лет 6 и старше, которые уже смогут реально оценить юмор, которые уже понимают, что такое обзывательство. Потому что действительно это очень смешно. Я смеялась много раз во время прочтения. Катюшке история понравилась, но всю прелесть она не оценила еще.